возможно, были обстоятельства, когда то у нас вирус, карантины, и мы тут раз не раз приезжали к вам и очень хорошо вместе проводили, как говорится, этот день. Потому что вы приехали сегодня с хорошими песнями, с хорошим настроением, на улице светит солнце. У вас хорошее настроение! Ну, хорошо! Давайте сделаем его еще лучше, потому что мы сегодня приехали, чтобы всегда оставлять на сердце счастье, радость и любовь. Как бы, какие бы обстоятельства ни будут, всегда, ребята, надо радоваться. И сегодня у нас три отделения, как всегда. Мы с вами, и хочу я начать сегодня нашу программу с песни, которая недавно завоевала почетное место в мире спорта. Это песня «Хоккей». Я написал ее для наших болельщиков. Любите спорт, ребята? Я уверен, что вы любите спорт. Почему я хотел начать с этой песни? Потому что наши болельщики самые веселые, самые лучшие. И главное, эта песня не касается абсолютно никакого клуба. Это для всех клубов, кто бы ни болел. За «Динамо», за «ЦСКА», за «Спартак». Это песня для наших российских болельщиков, которые всегда, как говорится, на коне. И я хочу ее начать, потому что эта песня, в первую очередь, я написал, как бы сказать, соавторский, замечательным хоккеистом, человеком, легендой, это человек Вячеслав Фетисов. Знаете такого? Который сейчас ведет две программы. Это программа «Фетисов» и программа «Легендарные мачты», где он тоже там показывает те мачты, которые были раньше, в советское время. И когда команда СССР крошила всех буквально. Так что наши ребята всегда остаются в силе. Так это песня «Хоккей». Я думаю, вы мне поможете, правильно? Песня резвая, высокая. Так что вперед! Вперед, конечно!